комментировать по большому счету-то и нечего. Мы все сделали, только не забили гол. А так создавали моменты, контролировали мяч. В обороне там были какие-то огрешности такие небольшие. Но это закономерно, потому что когда команда 90 минут в атаке, все равно появляются зоны. Там, мы предупреждали ребят, что соперник будет выбегать в быстрой атаке. Говорили, как этому противодействовать. Ну, они справились там. Соперник тоже как бы были у него, там у них были подходы, там до таких опасных моментов не доходило. Ну, тем не менее, огрызались, так скажем. Ну, я повторюсь, у нас не получилось только забить. А все остальное, ну, в принципе, создавали моменты хорошие. Фланговая игра была, и по центру атаки были. Не хватило точности. Нервозность еще такая у команды присутствует. Все-таки мы две игры не можем уже выиграть, домашних, вторая это. А так в чемпионате третья. Поэтому, конечно, они, ребята, нервничают, торопятся. Чуть давит на них вот этот отрицательный результат. Ну, мы с этим справимся. Мы были еще и в худшем положении. А что касается игры, ну, у меня претензий нет ни к кому. Просто то, что они смогли забить. А так все в игре выполняли, то, что мы тренировали, то, что мы требовали. Не хватило хладнокровия, спокойствия, какой-то концовки, все.